Привет, друзья, с вами Ева, и мы давно-давно не играли, и я продолжаю, точнее... Ой! Мы остановились на моменте Папойо, и я как бы очень долго сейчас проходила до этого самого момента, потому что волшебным образом... О, снова слоу-моушен. Волшебным образом игра почему-то откатилась до того момента, как мы только-только выпустили монстра с вами. Ого, вот эта дорога нам предстоит длиннющая. Ну хорошо, за это время я успею рассказать вам, почему так долго я не делала видео. Все дело в том, что у меня не было какого-то настроения, наверное, как это сказать, потому что для того, чтобы делать подобные видео, играть и передавать свои эмоции, положительные, конечно же, уж намного лучше положительные, чем негативные другим людям, нужно подразумевать за собой хорошее настроение. Это всякие улыбашки, эмоциональные обнимашки и прочую ерунду. Кстати, вот видите, нам приводит аналогию, что отец мальчика, за которого мы играем, это как раз тот самый монстр. И мы видим Кико, который его очень боится, он сидит в машине, не выходит и обнимает бедного Лулу. «Не бойся, Кико, я защитю тебя!» — говорит Лула. Ну, в принципе, для такого маленького робота это не должно составить труда, учитывая, что мы находимся в вымышленном мире, и мы снова потеряли очередную деталь одежды паренька. «Это не твоя вина», — говорит Лула. Это монстр, он рожден убивать. Но почему? Он не может контролировать себя. Ответила девочка. But there is a cure. Cure? How? Но есть выход. Какой? Но только ты можешь остановить монстра. Я? Но почему? Я же ничего не знаю. Я отведу тебя к шаману, и он поможет тебе. Что за шаман такой? Чем он мне поможет? Ну, она его обняла, потому что на его сестра не подумает, что есть какая-то романтическая линия. But don't worry, we can... хорошо, не успокойся, Кико, мы это сможем сделать вместе. Типа, я помогу тебе, не переживай, бро, братюня, я с тобой. Сейчас мы с тобой тут все приготовим, все сделаем. А чё это ты? Со мной, слышь? Со мной, говорит, и стоит. Нормальный такой. Я тоже так могу всех поддерживать, я с тобой и на месте. А, вот теперь все, ок, хорошо, ладно, уж я распереживалась, хотела его нафиг послать. Робот оказался гораздо полезнее, чем я думала. И вот, наконец-то, наш чекпоинт, что меня не может не радовать, потому что в следующий раз мне не придется игру проходить с самого начала. Злобный монстр подвинул меня своей большой ногой. Так. Миллион. Почти алых роз. Давай. Ты лег? Теперь я смогу через тебя запрыгнуть. Вот туда. Надеюсь, по крайней мере. Да, все гораздо проще, чем я думала. Что? О. Ну, здесь вроде нет никаких лягушек, поэтому опасаться нам нечего. Здесь всего лишь... ладно. Ту-ду-ду-дум. Блин, почти. Почти удалось. Что, если я отсюда попробую? Нет. Хорошо, значит, для этого должен быть какой-то другой способ. Сейчас мы с вами придумаем, посмотрим. А, коробка сексуальности, мы должны обязательно надеть ее. Ага, вот и способ. Сначала мы подернем. Подернем, как я по-русски говорю, просто капитан Русич. Что такое? Что ты встал? О, граффити, граффити, это же Калибри. Калибри или фея? Что это такое? Не понимаю. А, шаман вот тут вот, короче. Иди сюда, монстра. Хорошо. Но дело в том, что мне нужно посмотреть, что делает эта хрень. Очень полезная вещь. Очень полезная. Для чего только, господи, ладно. Мы еще можем вот эту веревочку дернуть, но сначала мы дернем вот это. На себя дернем. Some houses in this neighborhood have very special attributes. Хорошо. Короче, некоторые дома по соседству здесь, вот которые стоят рядом, у них есть очень неплохие свойства. Только какие я не смогла прочитать, потому что кликнула не ту мышку, конечно же. Любой домик, который ты здесь передвинешь, типа, или, не знаю, короче, толкнешь, что-нибудь с ним сделаешь, он тебя вверх поднимет. Be sure not to leave monster behind. Но
Будь уверен, что монстр не остался где-то внизу, иначе это будет провал. Ладно, хорошо, я поняла. Сейчас мы только попробуем вообще, что тут такое. А, все. Хороший, кстати. Наркомания очередная, божечки. Нужно только дернуть веревочку. И посмотреть, что нам веревочка даст. Ой, я испугалась! Твою ногу, надо было сначала посмотреть, что там наверху. Хорошо. Куда это летит? Как мило. О, какие звуки. Вот калибри, я нашла калибри. Что ты такое вообще, непонятно мне. Хм-хм-хм. Давайте подведем монстра к этой дырочке. Квадратику к этому. Монстр, смотри, что у меня есть. Посмотри, пожалуйста. Вкусняшки. Вкусняшки. Бежим, бежим, бежим. Вставай, вставай. Вставай, вставай. Молодец, умничка. О, это может быть полезно. Да нет, ну... Некогда мне с тобой разговаривать, отпусти меня. Я пойду дергать болты. Фу, чавкать нехорошо, между прочим. Дергать болты прозвучало вообще отвратительно. Никогда больше не говорить эту фразу. Надо записать себе в ежедневник. Никогда больше не говорить фразу дергать болты. Боже, как мне туда еще наверх надо будет забраться каким-то волшебным образом. Ладно, но сначала мы сделаем нашу любимую вещь. Мы сфотографируемся на фоне граффити. Повернись. Голышом на граффити, это круто. Давайте только вот так. Так симпатично. Нет, или чтобы справа была, даже не знаю, что же сделать. Нет, наверное, пускай будет слева. Да, так вот хорошо. Все, пойдет. Вот надо было вот так сфоткать, когда он руку вверх поднял. Ну ладно, сейчас уже поздно, какие-то кусты тут рядом. И мы в итоге... Ой, как туда бы забраться-то? Никак. Наверное, никак. Пали, пали, пали. Ничего, сейчас перепрыгну. И вот отсюда мы уже, наверное, сможем перелететь вон туда, да? Да. Хорошо. Вообще странно, знаете, вот я никак не ожидала, что эти дома, они начнут... Что делают эти дома, божечки-то мои? Так, а куда летит этот дом? Потрясающе. Потрясающе. Час от часу не легче, как говорится. И туда мы не можем забраться. Ну что ты будешь делать? Крумкит, опять иди и дергай дома. Дергай болты, дергай дома. Что у меня за мысли сегодня? Ужасные какие-то. Не умею выражать собственные мысли приличными словами. Или это просто мой разум. Вроде как все прилично, а с другой стороны так подумаешь. Задумаешься. Приходишь к выводу, что не совсем. Так, это хорошо. Перебраться вот сюда, просто упасть и все, ну ладно. Тут еще какой-то домик. Вообще, знаете, мне очень нравится постановка всей этой игры. Настолько нравится, что с каждым уровнем, или как это, я даже не знаю, ну пусть это будет уровень. Господи, какие звуки, мне аж оглохло. С каждым уровнем становится все более и более интересно. Все более сложные загадки, которые приходится нам решать. Ну, вот, честно говоря, вот, допустим, когда я второй раз проходила уровень, который откатился назад и с помощью волшебного чекпоинта не сохранился, потратила намного меньше времени. О, хорошо, еще один мяч давай туда же. Ну, ничего себе, смотрите, как он сильно бьет. Такие прям эти заборы берет. Господи, как я вот туда вот заманю монстра? Куда полетел-то? А? Как высоко. Боже. Вас с тайми не берем, я помню. Здесь больше нечего? А, ну вот туда куда-то можно пройти. Па-па-па-па. А, как так вышло? Да ладно, я же прыгнула. Ну, хорошо. Хорошо. Может быть, просто... Этот квадрат не поднимается повыше? Тут обычно все квадраты поднимаются. Хась! Ну, давай. О, все, есть, отлично. Наверняка я заберу сюда и найду какую-нибудь ненужную мне куклу. Что еще? Ой, господи. Лестница под наклоном меня всегда пугали. Тут нечего брать, то есть мне все-таки туда. А ненужная кукла здесь нигде не лежит? Вдруг мне все-таки потом очередной бонус или ну что-то вроде того дадут? Я, по крайней мере, на это до сих пор надеюсь. Что бонус ждет меня.
Блин, я вот то граффити тоже хочу сфотографировать. Ну, судя по всему, видите, там какая-то... Ну да, я туда по-любому попаду, учитывая, что мы идем к шаману в ту сторону. А значит, другого выхода не будет. Нужно сейчас только лишь домишки друг на друга настроить. И вот до того дома тоже как-то добраться. Пока не придумала как. Вообще не придумала. Даже мыслей нету. Нет, ну с этого ракурса точно граффити не стоит фотографировать. Давайте посмотрим. Там я поднимаюсь на лестницу. Пробегаю. Куда я пробегаю? Ну-ка. Пробегаю. Прыгаю. Но там дальше некуда идти. Нет, значит, выход где-то немножечко... И обратно добраться. Ладно. Поняла. Хорошо, что мы не разбиваемся, прыгая с подобной высоты. Иначе было бы немножечко... Эпично. И что? Не, ну это здорово, что монстр может сюда пройти, но толку-то от этого. Куда я запрыгну? Мне прыгать отсюда некуда. Вот тот дом хочу. Как мне его достать? Как мне достать этот дом? Он сейчас будет гнаться за мной. Нет. Так, ну все орешки я убрала. Монстр, по идее, должен пойти спать, а он не идет. Он теперь, смотрите, стоит и зависает то, что он хочет орешков. Вот так мы и стояли. Я и монстр. И оба хотели орешков. И тут я внезапно поняла, знаете ли, что эти дома, оказывается, можно повращать. Это было совершенно внезапно и случайно, потому что я просто лишь, как обычно, выдвинула мышкой не туда. Не то, что хотела. И таким нехитрым образом я узнала, что смогу просто лишь спрыгнуть и пойти передвинуть очередной домик. Ну-ка. Надеюсь, ты сядешь, и я смогу... Там что, кукла? Кукла! Кукла, привет! О боже, этот дом выпрямился. Ой! Вот это я залипла, короче. Господи, только я могла залипнуть неизвестно где, неизвестно как, и без возможности выбраться! Чёрт! Короче, пацаны, оказалось все гораздо проще. Нужно было просто эти дома немножечко повыше поднять и... No problem, как говорится. Но кто знал, я думала, что здесь невозможно регулировать повыше, пониже. Для меня это до последнего оставалось загадкой, но, как оказалось, все возможно в нашем мире. Так вот, к разговору о том, чем это я занималась все время, пока не снимала видео. А знаете, а вот много чем. Хорошо объяснила, правда? Занималась выращиванием... О, смотрите-ка. Кукла. Еще одна, кстати. Не трогай меня. Робот. Кш-кш-кш-кш-кш-кш. Знаю я тебя, господи, ты сейчас возьмешь и опять просто украдешь через пару минут. Почему мои штаны? У меня кроме штанов ничего не осталось. Дай бог, ты еще ремень меня украдешь. Не трогай меня. Что? Ну, это хорошо, что достижение. На самом деле, я слышала, что здесь от всякой чуши, которую творишь, получаешь достижение. Причем на халяву. Так, все здорово. Насколько я понимаю, мы поставили последний дом, который вообще возможно. Но как я заманю сюда монстра? Это останется загадкой. Давайте посмотрим, сделали ли я целиком мост. Кажется, нет. Ой-ой-ой, спокойно. Спокойно. Еще чуть ниже. Вот так, попробуем. Ну, по-моему, это максимальное как бы количество домов, которые возможно здесь только отправить. Потому что... Ну, сейчас поднимемся на верхушку, ладно, оглянемся, посмотрим. Мне кажется, что больше домов невозможно собрать. Ну, по идее, да. Смотрите, как красиво. Вы вникли в атмосферу? Вот тут вот наверху дом стоит, на нее никак не добраться. Боже, как красиво. И, кстати, мне кто-то говорил, что... Да, точно, мы смогли добраться. Что такое? Ого. Это здорово. Подождите. Можно спросить, как я заставлю монстра находиться здесь долгое время, учитывая, что он бегает и жрет орешки и больше ничего не делает? Хорошо, давайте мы опустим это вниз. И попробуем как-то все-таки заманить сюда монстра. Но нужно, чтобы он лег спать. А, наверное, именно поэтому здесь находятся три футбольных мяча. Эти, наверное, орешечки, так называемые, будут респиться до тех пор, пока я не займу место чем-то другим, более круглым. Чё это ты?
Ты что, за мной будешь ходить, когда у меня футбольный мяч в руках, или что? Что ты от меня хочешь, на? Ого! Парень, да ты опасный. Давай еще раз, ну-ка, на. Няшечка, господи, он играет со мной. Я прям как собака с палкой, знаете, играю. Чё-то, смотрите, он залипает теперь в этот мяч. Эй, пацан, ты смотри, тут, да, вот орешки есть. На. Наверное, мне нужно поднести мячик поближе. И когда... Ну, блин, знаете, почему он играет со мной? Потому что всё-таки типа как мой папа. О, принеси. О-о-о, собака. Кидай, я ловлю. Няша. Блин, господи, как я рада, что я обнаружила эту возможность. Он такой... Такая прелесть. Не съезжай. Мяч! Ты раздражаешь меня. Так, я придумала. Монстр, иди попробуй вот... Попробуй вот там, короче. Тыщ! Там спать можно. Спасибо. А чё? О, все, отлично! Он когда забыл про эти орешки, он смог пойти уснуть, только не на ту кровать, по-моему. А, нет, на ту, всё в порядке. Ну, отлично. Моя душа спокойна. Я заставила жердяя перестать есть. Господи, жизнь удалась. День прожит не зря. Привет, друг! Не ожидал? А вот тебе и лифт. Надеюсь, там нет никаких жаб, и монстр просто встанет сюда. Ну, блин, на самом деле, это вот опускание забора настолько пафосная фигня. Мне кажется, монстр мог все сломать ногу одним ударом вообще. Ева, почему ты не показываешь нам видео? Ой, что это? Что? Нет! Окей. Ладно. Надеюсь, я не буду быстрее темп. О, все, отлично. А, меня сейчас еще и расплющит, не дай бог. Ой, ты испугалась. Боже, я хотела закончить серию. Зачем вы так подставили меня? Я же просто упала в эту ямочку, ничего не подозревая. Так, ладно, следим. Ага, вот он. И музыка такая еще... О, трагичная, господи, как я дергаюсь, когда эта сцена начинает на меня ехать. Трагичная музыка оповещает нас о том, что, возможно, когда я окосею, в очередной раз не угадаю, где ключ. Ну, по-моему, вот этот. А, слава богу. Тогда все закончится. Смотрите, этот негр действительно черный. Боже, какая шутка. Ладно. Закончим с вами, ребят, в следующий раз. Точнее, не закончим, мы продолжим. Уж сомневаюсь, что настолько близко окажется конец. А потому всем пока. Всех очень крепко обнимаю и целую. Была рада с вами встретиться.